наши мониторы пациента. Тоже здесь есть функция IVP, это инвазивное давление. От аппаратов для УЗИ до целых операционных блоков. Шымкентский завод вот уже более 7 лет оснащает казахстанские больницы и поликлиники. Оборудование местного производства ни в чем не уступает привезенной технике. В этом лично убедились руководители департаментов здравоохранения и председатель правления СК «Фармация» Нуржан Алибаев. Гостям показали не только отечественное медицинское оборудование, но и процесс его сборки. Я считаю, что достаточно хорошее производство. Здесь порядка 350 человек работает. Ежегодно порядка около 600-700 миллионов платят налоги, добросовестно платят. Поэтому я считаю, что надо поддержать наши предприятия. Вот таких предприятий надо поддерживать. В основе каждого аппарата, выпускаемого компанией «Казмедприбор», только местное сырье. Доля закупаемых для производства материалов не больше 10%. За самые важные детали в каждом аппарате – электронные платы – отвечает инженер Ильдар Хусаинов. За качество выпускаемой продукции специалист ручается. В наши обязанности в этом цеху именно входит подготовка станков, собственно, и выпуск электронных плат. Нас отправляли на обучение в Японию, в Европу. Там мы посещали заводы по выпуску, собственно, электронного оборудования. Гостям показали также гордость компании «Казмедприбор». Это автомобили скорой медицинской помощи и реанимобили. Другими словами, передвижная мини-больница, оснащенная по последнему слову техники. Машины полностью оборудуют в Шымкенте. Оснащение одного медицинского транспорта стоит от 17 до 22 миллионов тенге. В прошлом году шымкентский завод выпустил около 150 оборудованных автомобилей. Сейчас в компании работают над новинками, которые потом будут использовать для диагностики и лечения казахстанцев. Новинки у нас лор-комбайн, видеостойка, новинка, еще шкаф сушильный, наша новинка. И тоже есть по мебели, каждый день мы производим новинку. И есть новинка то, что скоро в 2016 году мы форды будем сами производить и будем поставлять по Казахстану. С тех пор, как в Шымкенте появился завод по производству медприборов, отпала необходимость заказывать дорогостоящее оборудование из-за рубежа. Напротив, на технику шымкентского производства поступают заказы из Грузии, Киргизии и Армении. А после заключения долгосрочного договора с СК «Фармация» оборудованием от «Казмедприбора» будут оснащены все казахстанские больницы и поликлиники.